Здравствуйте. Здравствуйте. Мы журналисты. Я вот. Догадался. Наверное. Нам вон люди с поселка жалуются, что вы копаете под ним их дома, и они там разрушаются у них, и это самое. Добрый день. Ну, вопросы не ко мне. Да. Здесь. Ну, а это правда, что выработки туда идут, в ту сторону под дома? Ну, вообще-то туда, по-моему, идет. В лес, да? Да, я там шахты не был. А, вы сверху на лебедке, да, работаете? Да. А чьи это копанки? Людей каких-то. Ну, вы не знаете, чьи? Не знаю, без понятия. Это там легально, нелегально, документы там есть, нет, не знаете тоже? А, да вы просто получаете деньги, да? Ну, просто отработал, получил, какие вопросы. Угу. А до этого вы где работали? Ну, почему на государственную часть? Ну, а где у нас государственная? В городе одна карта. Лежит по трем телевидениям попадал. Серьезно, да? Видите, какая тема интересная. Все хотят помочь, спасти Украину. Работали там в Макеевке, там тоже наехали. Донбасс, ICTV, еще что-то. Я как раз попал, я опять. Так а вы давно здесь уже работаете на Копанке? Да здесь мне недавно. Так вот говорят, что техника безопасности плохая. Это так? То есть это опасно? Да нет. Я бы не сказал, нормально. Довольны. А сколько платят, если не секрет, вот за смену здесь, на этой шахте? Ну, все зависит от добычи. Ну, это сколько? Вот, ну, вы можете какие-то цифры назвать? Да не, ну, какие цифры? Ничего я называть не буду. Угу. Не имел ни цифр. Работаем, да и работаем. Ну, лучше, чем на государственной шахте? Ну, как лучше? На государственной, конечно, если у нас на Заречье, да, неплохо, согласен. Но туда попробуем строиться. Угу. Не, ну потому что из-за должности и все, да. На шахте, да здесь нет. То есть отработал, достал, там, грубо говоря, тонну получил. Ну да. А так за неделю получал зарплату. Без проблем. Да. А кто там туда тянет? Кто там тоже летит? Не, он отпускает ее. Сейчас, по идее, он должен ее направить. Я думаю, это что она сама, скорее всего, поедет. Ну, за нее просто там принцип автомобиль. Да. Но он ее ставит, и она будет сейчас сама туда копать землей, да? Везде жалуются, но везде работают. Мало какую там где кого-то закрыли, согласись. Ну, потому что людям работать какая нет. У вас опять же, батарея, что милиция все у нас куплена в этой жизни. Говорите. А вы с какого? Першенациональный. Першенациональный, ясно. Самый национальный. А вы отсюда вообще здесь живете или где-то там? Нет, старая, со Снежного, да? Даже с поселка с этого. А, ясно. Так а что, работы нет, да, получается, в поселке? Ну, по большому счету нет, это единственная шахта Заря. Такая государственная, официальная. Угу. Ну, там приемки нет. Так и сколько вот за день здесь вы можете выдобыты, ну, достать уже? Никаких цифр, я же говорю, ни цифр, ни... Ну, я смотрю, эта шахта достаточно мощная, судя по вот этим... Даже на кухне да, уже не похоже. Не, ну это нормально. Ну, конечно, в Макеевке заработали там в ряд 6 дырок, вот таких, по два забоя в каждую.